Родом я с Оршанского района. А батька мой жил на хуторе, там, в деревне Ганусин, взял лошадей. Мать вообще с детьми была дома. Я учился в школе, в 7 классе. В общем, учителя сказали, война началась. Батьки у меня уже не было, ну а матка и малые дети оставались. И в 44-м году было по 19. То мои товарищи тоже были такие, Гаевский, там другие, Цыганков такой. Ну, что нам делать? Ну, мы обратились вот к военкому, к этому. Он говорит, пока идите и носите кирпич. Неделю носили носилками этой кирпич. Приходит военком, в 4 часа, уже к концу рабочего дня, мы уже крепко наработались, вообще работали от души. Но немедленно явиться в военкомат. Построили так, рядом я первый стоял, вот ты командир расчета, с танкового поймата, а командовал Алиев, капитан. Ну вот, так я и остался командиром пулеметного расчета. И со мной еще 4 человека. Вот. Это, а пулемет, значит, командир говорит, за пулемет отвечаешь головой. Этот пулемет мы затянули аж до Кенигсберга. Всякое было. А в Кенигсберге уже тяжело ранило меня. В общем, я подорвал гранатой противотанковый немецкий танк, а с другого танка меня вместе колодома стоял танк, и я колодома пробрался и кинул гранату противотанковую. Этот танк взорвался, а с другого танка прямо в этот дом с снарядом. Выстрелил, снаряд разорвался, и меня воздухом откинуло, парализовало, и руку поломало. Ну, правда, меня подобрали и в госпиталь так вот. Первое время я не мог ни говорить, ничего. В общем, парализован был. Госпиталь, и значит, давай кости это чистить. Это и осколок вытянули. Ну и вот. Да, там радость, конечно, была. Ну, домой пришел, в общем, и что я мог делать после операции? Ну, дружеское такое отношение было, вообще, один одного спасали, всяк. Были и ранения. Теперь этой молодежи можно желать всего хорошего, больше ничего. Как и все они такие были преданные, как раньше. Ну, награды, вот три ордена. Где это? Три ордена Отечественной войны. Эти ордена выпущены в 42-м году. Орден славы. Орден славы. И три ордена Отечественной войны. Ну, остальные медали.